Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев. В этом видео я продолжаю статистический анализ поединков дзюдоистов в весовых категориях у мужчин на Олимпийских играх в Токио 2020 и 2021. Материал подготовлен с использованием информационных данных, размещенных на официальном сайте Международного Олимпийского комитета. Сегодня вашему вниманию будет представлена весовая категория до 90 кг. В олимпийском турнире в этой весовой категории приняло участие 33 спортсмена, которые в общей сложности провели 36 поединков, из них 14 поединков завершились в дополнительное время Golden Score. 20 поединков были одержаны победы с оценкой Япон, и 16 завершились с оценкой Вазари. Судьи 53 раза выдавали предупреждение Шида, 3 раза Хансоку Маки, 1 за 3 Шида и 2 прямых. Приемы, с помощью которых спортсменам удавалось одерживать победы в своих поединках. Сойо Наги 7 раз, Суми Атоши 2 раза, Суми Гаэши 2 раза, Тая Атоши 2 раза, Аши Гурума 1 раз, Удахи Шиги Джуджи Гатами 1 раз, Кузури Камиши Гатами 1 раз, Косу Тугаки 1 раз, Коучи Макикоми 1 раз, Окури Эриджими 1 раз, Осото Тоши 1 раз, Оучи Гари 1 раз, Сото Макикоми 1 раз, Цурикоми Гоши 1 раз, Таня Атоши 1 раз, Учимата 1 раз, Ура Наги 1 раз, Уки Атоши 1 раз, Йоко Атоши 1 раз. Все действия участников олимпийского турнира дзюдоистов весовой категории до 90 кг, которые применялись в поединках разными спортсменами. Пассивность 26 раз, уход от захвата 11 раз, Сойо Наги 10 раз, защитная позиция 8 раз, ложная атака 7 раз, Сото Макикоми 3 раза, Суми Атоши 3 раза, Тая Атоши 3 раза, Косото Гаки 2 раза, Оучи Гари 2 раза, выход за пределы татами 2 раза, Суми Гаэши 2 раза, Аши Гурума 1 раз, Удахи Шиги Джуджи Гатами 1 раз, Кузури Камиши Гатами 1 раз, Коучи Гари 1 раз, Коучи Макикоми 1 раз, Окури Эри Джими 1 раз, Осото Гаэши 1 раз, Осото Атоши 1 раз, захват пальцами внутрь рукава 1 раз, нырок головой 1 раз, захват за ногу 1 раз, Ваки Гатами 1 раз, Цурикоми Гоши 1 раз, Таня Атоши 1 раз, Учимата 1 раз, Уранаги 1 раз, Уки Атоши 1 раз, Йоко Атоши 1 раз, Йоко Шиха Гатами 1 раз. Самым молодым участником олимпийского турнира дзюдоистов в категории 90 кг мужчин был Бикаури Лаша, Грузия, 21 год. Самым возрастным участником этого турнира в этой весовой категории 90 кг был Селтус Досу Йова, Бенин, 35 лет. Возраст победителя соревнований, олимпийского чемпиона Токио 2020, Бикаури Лаша, Грузия, 21 год. Возраст серебряного медалиста Олимпийских игр в этой весовой категории Триппел Эдуард, 24 года. Возраст бронзовых призеров Олимпийских игр в весовой категории 90 кг, Бабунов Давлат, Узбекистан, 24 года, Тодд Кристиан, Венгрия, 27 лет. Возраст участников указан по году рождения. Самый быстрый поединок, проведенный на олимпийском турнире в Токио в весовой категории до 90 кг мужчин, был между Трипл Эдуард, Германия, и Гвак Донгхан, Корея, который продолжался 17 секунд. Была одержана чистая победа Япон. Победная техника Сото Макикоми. Самый продолжительный поединок, проведенный на олимпийском турнире в Токио в весовой категории до 90 кг мужчин, был между Бабонов Давлат, Узбекистан, и Шеразадишвили Николас, Испания, который продолжался в дополнительное время и завершился на 10 минуте 5 секундах, победная техника Уренаги. Общее время, затраченное на все поединки в олимпийском турнире дзюдоистов в Токио победителем соревнования, олимпийским чемпионом Бекаури Лаша, составило 13 минут 53 секунды. Финальный поединок состоялся между Бекаури Лаша, Грузия, и Трипл Эдуард, Германия. Вес спортсменов при взвешивании: Бекаури Лаша 89 кг 600 грамм и Трипл Эдуард 89 кг 90 грамм. Позиция спортсменов в мировом рейтинге Международной федерации дзюдо: Бекаури 4, Трипл 15. Судья финального поединка: Евгений Рахлин, Российская Федерация. Финальный поединок между Бекаури Лаша и Трипл Эдуард продолжался 4 минуты. За время поединка было объявлено одно судейское наказание Шида и была проведена одна результативная атака с оценкой Вазари. Хронология поединка: 1 минута 30 секунд.
Результативная атака, оценка Вазари, Бекаури Лаша, прием Цурикоми Гоши. 3 минуты 41 секунда, наказание Шида, Бекаури Лаша, защитная позиция. Результат финального поединка, победа в результате оцененного технического действия в основное время Бекаури Лаша, золотая медаль. Проигрыш в результате пропущенного технического действия соперника с оценкой Вазари Трипл Эдуард Германия, серебряная медаль. Поединки за бронзовые медали. Первый поединок группы А. Бабонов Давлат, Узбекистан. Сганг Михаэль, Турция. Вес спортсменов при взвешивании. Бабонов Давлат 88 кг 900 грамм. Сганг Михаэль 89 кг 700 грамм. Позиция спортсменов в мировом рейтинге Международной Федерации Дзюдо. Бабонов 5, Сганг 14. Судья на татами Мэтью Баталли, Франция. Поединок за третье место Олимпийского турнира дзюдоистов между Бабонов Давлат и Сганг Михаэль продолжался 2 минуты 57 секунд. За время поединка было объявлено одно судейское наказание Шида и была проведена одна результативная оценка, атака с оценкой Иппон. Хронология поединка. 1 минута 34 секунды. Наказание Шида. Бабонов Давлат за пассивность. 2 минуты 57 секунд. Результативная атака. Оценка Иппон. Прием Таятоши. Бабонов Давлат. Результат поединка. Победа в основное время. Бабонов Давлат. Бронзовая медаль. Проигрыш. Сганг Михаэль без медали. Второй поединок группы Б. Тот Кристиан, Венгрия. Игольников Михаил, Российская Федерация. Вес спортсменов при взвешивании. Тот Кристиан 89 кг 300 грамм. Игольников Михаил 89 кг 800 грамм. Позиция спортсменов в мировом рейтинге Международной Федерации Дзюдо. Тот Кристиан 3, Игольников Михаил 10. Судья на татами Амана Акика, Япония. Поединок за третье место Олимпийского турнира дзюдоистов весовой категории 90 кг между Тот Кристиан и Игольников Михаил продолжался 7 минут 28 секунд. По ходу поединка было вынесено 3 наказания Шида и была проведена одна результативная оценка. Атака, получившая судейскую оценку в Азаре. Хронология поединка. 1 минута 23 секунды, наказание Шида. Тот Кристиан, выход за пределы татами. 2 минуты 48 секунд. Наказание Шида, Кристиан Тот, ложная атака. 6 минут 49 секунд, наказание Шида, Игольников Михаил, пассивность. 7 минут 28 секунд, результативная атака, Тот Кристиан, прием Сёёнаги, оценка Вазари. Результат поединка, победа в результате оцененного технического действия в дополнительное время, Тот Кристиан, бронзовая медаль. Проигрыш в результате пропущенного технического действия соперника с оценкой Вазари Игольников Михаил без медали. Спасибо за просмотр. До новых встреч. С вами был Роман Карасев. И вы смотрели видеоканал «Планета Дзюдо».